Так, ну что, всем добрый день, добрый вечер. У нас вечер, у кого-то может быть день или утро. Всех приветствую на своем YouTube-канале «За Пиренеями». И сегодня мы находимся в районе Каролинас Альтас. Пройдем по недавно отреконструированной улице, которая ведет, соответственно, вдоль этого района, проходит как бы его и ведет, в принципе, к магазину «Лидль» и к району Гарбинель. Давайте сейчас мы пройдем здесь. Эту улицу закончили, наверное, где-то недельку назад, плюс-минус. Здесь было достаточно широко, но вот они сделали пешеходную зону. Посадили такие вот пальмочки. Вот, и давайте пройдем, посмотрим, что здесь сделали. Сегодня воскресенье, завтра праздник, День всех святых, ну или как по-нашему родительский день. Поэтому сегодня очень мало в целом народу, хотя в принципе я думаю, что к вечеру народ прибавится. Здесь была в принципе парковка. Такая хаотичная достаточно, ну, городская обычная. Вот. И они вот так вот сделали такое общественное пространство. Достаточно интересное. Делали, наверное, это все они полгода, плюс-минус. Как раз началась пандемия. Ну, точнее, нет, уже она продолжалась. Закончился локдауны всякие, и они начали это все делать. Вот. Ну и, соответственно, там у нас район Каролинас-Альтас дальше идет. В сторону центра города. Видите, здесь сделали велодорожки. Кстати, о температуре скажу. Сегодня получается 31 октября 2021 года. Температура воздуха 28 градусов. Время сейчас 17:30. 17 часов 30 минут плюс-минус. Мы только что выпили кофейку здесь. И поскольку у нас сегодня есть небольшие дела вот в районе Гарбинет, мы решили пройти и посмотреть заодно, как здесь получилось с этой улицей. Сделали они вот такой круг, еще здесь развязку. Ну, в общем, вполне себе такое общественное пространство интересное. Я, конечно, думаю, что местные жители, которые здесь парковали и паркуют, и будут парковать машины, не очень в восторге, потому что они как бы забрали очень много здесь парковочных мест. Вот, но, в принципе, как такую реновацию такого небольшого райончика вполне себе интересно смотрится. Во всяком случае, я думаю, что пожилые люди в целом довольны. Там у нас Плаза Манила. Кто не знает, можете забить Плаза или Плаза Манила. В ту сторону. Ну и пойдемте дальше. Давно видео не выкладывал. Вот исправляюсь. Как появляется возможность, сразу делаю для вас новые видео. Так, ну по велодорожке мы не пойдем, наверное. Давайте мы пойдем здесь. Смотрим. Новые скамеечки вижу, все такое чистенькое. Остановочку новенькую сделали тоже. Видите, как они делают с таким подъемом, чтобы автобусы могли это все... Не знаю, передаст камера или нет. В общем, здесь такой есть перепад высоты. И специально, чтобы автобус мог... Ну, под автобус, да, то есть, чтобы инвалид, человек с ограниченными возможностями мог сесть или выйти с автобуса. Вот. Сократили они сильно здесь. Здесь было, по-моему, даже чуть ли не три полосы дорога. Вот они ее сократили, так сузили. В принципе, мы уже, можно сказать, идем в район Пладе Мон Репос. Вот. Улица, кстати, вот кому нужна улица. Авенида Падре Эспла. Кафешки традиционные. Немножко пустые какие-то сегодня. Вообще сегодня город очень такой тихий, спокойный. Вот. Там тоже такие районы обычные.
Достаточно город сегодня очень немножко даже как будто бы пустоват, но опять же это Аликант, он не вымирает, просто сейчас время как раз, ну не знаю даже как назвать, после сиесты или немножко еще позже, чем сиеста, в общем выходной день, поэтому видите, людей не так много, в принципе все наверное тусуются больше к центру, но вечером здесь будет конечно побольше народу. Вот видите, как бы так сделали интересно. И велодорожку, по сути, вот. Вот. Все эти кустики потом вырастут, будет очень красиво. Вот так вот. Некоторые меня высказывают мнение, что Аликант, вот опять же, где люди, что такое, куда все делись. Все есть, все на месте, просто. Опять же говорю, что Аликант, он... Его нужно еще, как бы, ну, он очень разный в разное время суток, я так скажу. Туда тоже они дорогу сделали, я смотрю, в район уже непосредственно. Красавец какой, да? Классно. Напишите в комментариях, кстати, как вам такая небольшая реновация, кто, может быть, здесь жил или бывал. Может, помнит этот район. Можете сравнить. Но скажу так, конечно, здесь стало намного больше прогулочная зона, что логично. Вот. В принципе, вот, достаточно так комфортненько ходить. Новые фонарики. Ну, а застройка, естественно, осталась та же. Тоже скажу, что вполне нормальный район для жизни, в принципе. Между Горбинетом, да, и Каролина Сальтос, и как бы центром, ну, города, можно сказать. Давайте, наверное, перейдем, может быть, сюда пойдем. Покажу вам с этой стороны. Вот еще не закончили. Вполне себе неплохо для Аликанта, да? Вполне себе интересно сделали. В всяком случае, озеленение больше стало. Я считаю, что Аликанта, конечно, нуждается в большем озеленении, поэтому это хорошо. Это можно только приветствовать. Ну и, соответственно, тоже как классическая застройка, обычные домики. Здесь даже, может быть, нет лифта, может быть, есть, надо смотреть. Вот. Но район, как я, в принципе, говорю, достаточно неплохой тоже для жизни. И видите, он стал еще как бы лучше. То есть это такой классический испанский район. Так, ну и мы, получается, уже доходим практически к магазину Lidl. Вот. И дальше уже, видите, там такие оранжевые дома, это район Горбинет называется. Поэтому подписываемся на канал, ставим лайк, ставим, нажимаем на знак колокольчика. Кстати, здесь так птицы, там слышно. Знак колокольчика важен, чтобы быть всегда в курсе новых видео. Пишите ваши комментарии, как вам город, как вам эта зона, как вам эта улица. Какие-то пожелания. Проведем с вами, кстати, скоро стрим тоже, я думаю, на какой день назначить. Пишите, кстати, когда, кому удобно. Вот, и мы с вами увидимся в очередном видео, стриме и так далее. Также можете перейти на мой инстаграм, подписаться. Денис, нижнее подчеркивание, Аликанте. Там я тоже выкладываю очень много фотографий города, в принципе, Испании, Аликанте. Какие-то пишу заметки свои, соображения, мысли. Вот. Всех тоже рад буду там увидеть. Вот туда дорога идет в сторону Ашана. Вот за этим треугольным домом таким. Это вот частично отсюда видно, такой светло-оранжевый, бежевого такого цвета. Там уже, в принципе, Ашан. Ну так, для ориентировки, да, чтобы вы понимали, что где находится. Вот. Так что давайте на этом будем заканчивать. Всем хорошего дня. До новых встреч.